Сейчас я вам скажу то, что в принципе практически никакие врачи, за редким исключением, не знают и не говорят. Мигрень – это не что иное, как начальная стадия, как хроническая стадия менингита. Безусловно, это воспаление. Если у вас что-то болит, значит где-то идет какое-то воспаление. По-другому не бывает. Боль – это проявление какого-то воспаления в организме, в данном случае в головном мозге. И, конечно же, это начальная стадия менингита. Запомните, если нет в организме воспалений, то ничего и нигде не может болеть. А как убрать воспаление в организме? Есть ли какая-то универсальная формула? Да, есть. Есть три способа, которые надо применять в комплексе для того, чтобы снять любое воспаление. Об этом я скажу вам чуть далее. Итак, при мигрене ваш терапевт назначит вам невропатолога. А невропатологи лечат нервную систему. А проблема-то не в ней, не только в ней. Это комплексная, системная проблема. Это биохимическая, глубинная проблема. Потому невропатологи лечат и бессмысленно никаких результатов. В официальной медицине эта болезнь, эта проблема не лечится. Но она, конечно же, лечится, если понимать причину данного состояния, данной болезни. Если у вас есть мигрень, это значит, что у вас уже есть давно, многие годы определенные проблемы. Но просто они начали проявляться только недавно. Бывает такое, что причина мигрени в повышенном артериальном давлении, то есть в артериальной гипертензии, так правильно называется данное заболевание, и хорошо, что если это так. Но сами понимаете, проверить это легко и просто. Но, скорее всего, дело в воспалениях. А вот где эти воспаления? Они могут быть в любой точке, и в органе организма, и в головном мозге тоже. А от чего бывают эти воспаления в основном? Причин здесь несколько, но одна из них – это высокомолекулярные белки, то есть то самое мясо и другие продукты животного происхождения, при потреблении которых возникает реакция антигена, антитела со всеми вытекающими последствиями, в том числе с образованием кадверина, путрецины и других гнойных токсинов и трупных ядов. Но об этом я подробно говорил, например, в своей лекции про мясо. Посмотрите ее, кто особенно возмущается, у кого есть протест потому что я сейчас сказал. Еще раз напомню, что у официальной медицины нет лекарств против мигрени. Это все будут такие попытки, чтобы, так сказать, успокоить пациента. А попробуйте то, давайте это, все это глупости. Но чтобы исключить серьезные причины вашей мигрени, конечно, невролог должен назначить, а вы должны пройти некоторые обследования. Конечно же, во-первых, это рентген шейного отдела позвоночника. И, конечно же, это КТ головного мозга, то есть компьютерная томография, ну, чтобы отбросить явные причины, то есть деформации, пережатия и опухоли. Если после всех исследований этих проблем у вас нет, а других врачи не находят, хотя причины, безусловно, всегда есть, то сделайте то, что я вам сейчас расскажу, комплексно примените эту методику, и у вас однозначно пройдут мигрени. Потому что дело просто в хронических воспалительных процессах, которые перешли в ликвор перешли в клетки головного мозга. На помощь вам придут мои рекомендации и рекомендации народной медицины. Для лечения любых воспалительных процессов метод общий всегда один. Это очищение организма и устранение любых возможностей воспалительных процессов в дальнейшем. Итак, первый пункт – это очищение через правильное голодание. На моем канале уже вышло видео «Лечебное очищение и голодание». Вот оно, посмотрите его непременно, ссылочка будет под этим видео. Учтите все, что я там говорю. Как правильно подготовиться, выходить из голодания, как его проводить, какие очистительные процедуры при голодании необходимо соблюдать. А также учесть то, что если у человека у вас есть потенциально паразиты, различные гельменты, то необходимо до проведения голодания избавиться от паразитов. В общем, посмотрите это видео и все поймете. Это первое. Второй пункт – это правильное, естественное питание. Чтобы убрать все воспалительные процессы в организме, необходимо убрать из рациона питания следующие продукты. Во-первых, это все белки лектины. Их около 100, а это как раз белки, которые вызывают воспаление, причем это растительные белки. Там тоже среди растений есть продукты, которые содержат высокомолекулярные белки, которые вызывают воспаление. Но совсем кратко скажу, что это все семейство пасленовых, Это семейство бобовых, кроме чечевицы, и это злаки, псевдозлаки, крупы и производные из них, то есть каши, мюсли и так далее, кроме пшена в пшене нет лектинов. Это значит, во-первых. Во-вторых, убрать все сахара, абсолютно все, то есть все, что сладкое на вкус, натуральное, синтетическое, тем более. Обязательно. Тогда вы сами увидите результаты, которые не заставят себя долго ждать, и даже через неделю-две вы уже не будете испытывать никаких болей в области головы. И третье – это молоко и молочные продукты, кроме жирных составляющих, то есть кроме сливочного масла, жирной сметаны и сливок. И это с точки зрения биохимии можно есть. А все, что содержит молочный белок казеин, в первую очередь сыр, на втором месте творог, на третьем молоко, цельное категорически исключить из рациона питания. Ну а по молоку, если захотите понять, посмотрите вот это мое видео о молоке ну и третий пункт а обязательно посмотрите мое видео интервальное голодание к этому в идеале надо прийти это очень просто там я объясняю пошагово как прийти к правильному интервальному голоданию и тогда у вас будет два* уникальных эффекта это аутофагия запустится в полном объеме и, конечно же, будет вырабатываться гормон роста, как в молодости, что очень важно для всех систем организма, в том числе всех гормональных систем. И только лишь по своим привычкам, вкусовым пристрастиям и верованиям вы будете считать, что что же тогда есть. Очень много, что можно тогда есть. Посмотрите, во-первых, мою лекцию. Вот кето-питание, веганская кето-диета, где я все это поясняю. Посмотрите мое видео про калории, Посмотрите мое видео про интервальное голодание в конце концов. Итак, не переживайте за еду. Будет вам достаточно и для энергии, и для построения новых клеток и для силы, и выносливости, и так далее. Но главное, если вы перейдете на этот тип питания и четко будете его соблюдать, не будете включать в пищу, то есть уберете из рациона вот эти так называемые продукты, то вы сами увидите, что через неделю, у кого-то через две, но в самых тяжелых случаях через три недели, у вас не будет больше головных болей, у вас пройдет мигрень. Это же не сложно проверить, помучиться недельку, две, три. Но это для тех, кто абсолютно не верит, считает, что все это ерунда. Так вы проверьте, а потом говорите, ерунда или не ерунда. И может быть тогда вы задумаетесь, от чего же это верно было, почему мои слова были абсолютно истинны, каковы же здесь предпосылки биологические, биохимические. Ну а я в своих лекциях ни одной, ни двух, а многочисленных. Все это поясняю. Кто захочет понять, просто смотрите мои лекции, вы просто поймете, как это все работает. Но перед показом вам обещанных упражнений минуту моей рекламы. Качественный, уникальный и очень нужный всем продукции от Фролова. Понимает тот человек или нет, от этого суть не меняется. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа, но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами, а значит снимает сухость слизистой и перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло, давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео, ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского академгородка, гель для суставов глубокого проникновения, для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, который лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель сорбен для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналога в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти четыре видео об этих пяти продуктах я дам вам в описании под этим видео под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте надгард.ру. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Фульвовые кислоты. Посмотрите видео непременно о этих фульвовых кислотах. Ссылку оставлю. Ну а теперь я покажу вам три упражнения и потом расскажу о травах, которые убирают мигрень. Итак, если у вас только наступают первые признаки мигрени, идите в теплую ванну примите, либо теплый душ и займитесь следующими упражнениями. Итак, сжимайте пальцами основание носа, и энергично разглаживайте от переносицы к вискам, вот таким образом. Вот таким образом. Вот таким образом примерно минуты 3-4. Второе упражнение. Ладонями массируйте, сжимайте плечевые суставы и предплечья. То есть вот таким образом. Вот таким образом массируйте, массируйте, массируйте. Вот таким вот образом. Можно самому, можно попросить, соответственно, супругу или мужа, родственников, детей. Вот таким образом. Примерно 5 минут. Можно это делать синхронно. Двумя руками, что лучше всего. Третье упражнение плотно обхватить в кольцо лучезапястный сустав и массировать его по кругу. Вот таким образом: либо проворачивая руку, либо проворачивая рукой второй соответственно, лучезапястный сустав до теплого э, такого ощущения на коже. Примерно минуты 2-3. А один сустав на одной руке и другой на, соответственно, другой руке. Примерно по 2 минуты э, каждое упражнение. Таким образом, проделывая первое, второе и третье упражнение друг за другом, можно с небольшим перерывом, стоит делать это 2-3 раза в день, такой комплекс упражнений. И таким образом вы уменьшите болевые ощущения, может быть и снимете вовсе мигрень, но если вы учтете и упражнения массажи и изменения в питании, и, конечно же, то, что я сейчас скажу о травах, тогда не может быть ни одного шанса, чтобы вы не избавились от мигрени. Советую применять данные методики, которые я вам сейчас дал и еще дам в комплексе. Кстати, есть еще такое упражнение делать плавные движения руками типа козьбы. Ну, как кошение травы ручной косой. Есть еще один народный рецепт, что если боль не стихает после упражнений данных, которые я вам сейчас сказал, то нужно перевязать голову полотенцем, причем это сделать довольно-таки плотно. Иногда это очень помогает. Тут поймите, главное на первых порах э, убрать болевые ощущения, а дальше время нужно, неделю, две, три, так что ничего страшного. Коли вы терпели очень долго, можно потерпеть еще немного. Еще один важный момент для рук и ног. Я советую делать теплые ванны с порошком горчицы. Ну а теперь про народную медицину в плане фитотерапии, то есть лечения травами. Возьмите две столовые ложки горецвета весеннего и закиньте в термос залейте 0,5 литра горячей воды градусов 75-80 и примерно час нужно это все настоять. Но ну, а потом, процедив пить по одной четверти стакана, до еды примерно за 10, 20, 30 можно минут до еды в течение дня, чтобы за один день выпить все эти пол-литра настоя. Еще очень хорошее средство следующее. Мало ли вы не найдете одну траву или другую, так вот вам Другой рецепт. Возьмите 2 столовые ложки измельченной сухой петрушки. Залейте тоже пол-литрами горячей воды градусов 80, настоять час и пить по полстакана 3-4 раза в день. Или еще один вариант, который тоже не менее значимый и ценный, действенный, это взять 2 столовые ложки ягод можжевельника, залить в термосе тоже полулитрами воды, горячей 80 градусов, настоять примерно 2 часа и пить по полстакана до еды, пока не выпьете эти пол литра в этот день. Все эти три варианта можно между собой сочетать, совмещать. Например, три дня один, три дня другой, три третий. Ну и посмотрите, какой более эффективен будет лично вам. Кстати, очень хорошо при мигрении мыть голову отваром листьев хрена. Просто горячей водой, но не кипятком заливаете мелко нарубленные листья хрена, примерно килограмм на литр, ну и минут 40 надо, чтобы это все постояло. Кто-то посмеется этому методу следующему, но в народной медицине он есть и он показал свою эффективность. Можно взять репчатый обычный лук, разрезать пополам и приложить половину к колбу и к вискам, смотря где болит, и завязать повязкой. Лук в пищу обязательно вводите в салаты, например. Еще один метод, который, кстати, можно применять вполне параллельно, то есть совместно, это к пяткам приложить горчишники. А что касается чая, если вы не хотите применять другие методы, а вам достаточно и помогают упражнения, то есть массажи и смена питания, то вы можете просто пить чаи такие, в составе которых есть мята, зверобой, душица. Кстати, очень хорошо перед сном такой состав расслабляет. Естественно, убирайте из своей жизни стрессы, они пагубно скажутся на проявлениях мигрени кстати для профилактики приступов мигрени потом в дальнейшем я рекомендую в один стакан теплой воды добавлять по одной две лучше чайной ложки натурального яблочного уксуса и пить прямо перед едой ну скажем так в течение одного двух месяцев впрочем про яблочный уксус у меня уже было видео на моем канале, непременно его посмотрите, кто еще не видел, оно очень важно и ценно. Я вам говорил уже один хороший вариант промытье головы отваром из листьев хрена, а есть второй вариант, очень хороший также. Это промывать голову настоем травы душицы. Когда горсть сухой измельченной травы... Закладывается на пол литра горячей воды, часа три настаивается и промывается. При промывке хорошо втирайте в кожу головы, массируйте кожу головы, соответственно, и в первом, и во втором варианте. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил, в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах, приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте надгард.ру. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно э, представителю нашему в другой стране, в европейской стране, поэтому спокойно оплатите. а мы вам спокойно вышлем, если работает Почта России у вас наш товар, ваш заказ в вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Да, и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию. Так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания.